Некоторое количество рабочих одинаковой квалификации выполняли работу за 14 дней. Если бы их было на 8 человек больше, и каждый работал на 1 час в день дольше, то та же работа была бы выполнена за 10 дней. Если бы рабочих было еще на 12 человек больше, и каждый работал еще на 1 час в день дольше, то эта работа была бы сделана за 7 дней. Найдите исходное количество рабочих. Пусть было x рабочих. Работали по y часов в день. Используем формулу a равно v на t, где a – работа, v – производительность, то есть работа за время, t – время. S равняется 14xy. S равняется 10 на x плюс 8 на y плюс 1. Равняется 10 на x плюс 8y плюс 8 равняется 10xy плюс 10x плюс 80y плюс 80. X плюс 8 плюс 12 равно x плюс 20. Y плюс 1 плюс 1 равно y плюс 2. S равняется 7 на x плюс 20 на y плюс 2. Равняется 7 на xy плюс 2x плюс 20y плюс 40 равняется 7xy плюс 14x плюс 140y плюс 280. Получим систему уравнений. S равно 14xy, S равно 10xy плюс 10x плюс 80y плюс 80, S равняется 7xy плюс 14x плюс 140y плюс 280. Приравняем через S первое и второе уравнение системы. 14xy равняется 10xy плюс 10x плюс 80y плюс 80. 4xy равняется 10x плюс 80y плюс 80. Xy равняется 2,5x плюс 20y плюс 20. Первое выражение. Приравняем через S первое и третье уравнение системы. 14xy равняется 7xy плюс 14x плюс 140y плюс 280. 7xy равняется 14x плюс 140y плюс 280. Xy равняется 2x плюс 20y плюс 40. Второе выражение. Приравняем через xy первое и второе выражение. 2,5x плюс 20y плюс 20 равно 2x плюс 20y плюс 40. 0,5x равно 20. x равно 40. Ответ 40.